Игорь Данилов поступил в наш лицей в этом учебном году. Ранее он обучался в Сюльдюкарской средней общеобразовательной школе Мирнинского района. Гуманитарный класс у нас специализируется по родному языку, по якутскому языку и по истории. Ну, мальчик всесторонне развитый, одаренный. Об этом говорят его успехи в учебе. Он у нас отличник. Далее он участвовал успешно в олимпиадах и также научной конференции «Шаг в будущее». Во всероссийском туре он стал дипломантом 3 раза. Любимые предметы Игоря – это, несомненно, якутский родной язык, литература русская и, история. В дальнейшем он планирует стать или журналистом, или же политологом. Мне кажется, у него очень хорошие лидерские качества. Под его руководством у нас действует партия, так дети наши называют, партия единения. Так, и в этом году, он вокруг себя, можно сказать, сплотил детей очень креативных, творческих. И мы видим уже первые результаты его работы, его деятельности как общественника. Дальше мотивация высокая. То, что он занимается самостоятельно по предметам любимым, то, что он пишет очень хорошие, добротные рефераты, доклады и так далее. Да? Общественная деятельность у него не только в школе, но и в республике, например, он участвует в мероприятиях. Совсем недавно был конкурс «Учитель года», и Игорь был из числа, учащихся города Якутска экспертом. То есть он, оценивал работы учителей.